Обманутые дольщики наконец отпраздновали новоселье. Ключи от новых квартир сегодня вручили почти 80 семьям. Все они участвовали в долевом строительстве, которое вела компания «Стройтехника». В 2008 году возведение дома на улице Мартынова остановили из-за банкротства фирмы. Достроить в первую очередь здание удалось силами жилищно-строительного кооператива, созданного на базе имущества «Стройтехники». Сейчас строители завершили только первый этап работ на Мартынова 11. Закончить дом обещают в ближайшие 2 месяца. Кроме того, до июля планируют достроить еще один дом на 196 квартир на перекрестке Пролетарская-Бабушкина. Приступили к сдаче третьего по счету дома, которым все, что мы сделали, это срок где-то заняло у нас порядка 1,5 лет. То есть мы сдали уже на сегодняшний день около 400 квартир пайщикам нашего кооператива. Всего в кооперативе 830, грубо говоря, пайщиков. Но, правда, паев намного больше, то есть количество квартир больше. То есть процесс идет с огромным трудом, надо признать, но идет.